Украинскому театру тоже стоило бы задуматься о ремонте. Судебные тяжбы вокруг культурного учреждения продолжаются. Напомню, областное управление ГСЧС обратилось в суд с иском о закрытии театра до полного устранения нарушений пожарной безопасности. Здесь не работает система дымоудаления. Здания и территория не защищены от прямых попаданий молний. Нет сертификата горючести на натяжной потолок фойе. Пол общего холла тоже облицован горючими материалами с неизвестными показателями пожарной опасности. Суд продолжает рассматривать апелляционную жалобу на решение первой инстанции, которая распорядилась закрыть культурное учреждение. Справа знаходиться в 5-му апеляційному суді Одеської області. Після того, як суд першої інстанції виніс рішення щодо закриття експлуатації, заборони експлуатації, була подана апеляційна скарга. Відбулося вже два засідання. На 3 липня сплановане третє засідання. На сьогоднішній момент провадження триває. По словам руководства театра, именно нехватка денег не дает возможности полностью и в кратчайшие сроки выполнить требования пожарных.